Капуста Амагерт, сорт позднеспелый, 150-175 дней. Средний вес головки до 3 кг, в некоторые года 3-4 кг. Головки плотные, округлые или округло-плоские с хорошей стойкостью к растрескиванию. Окраска сечения белая. Положительное качество сорта – высокая легкость, хорошая транспортабельность. Предназначен для использования в зимний и весенний период в свежем и квашеном виде. Плодоустойчивая, влаго- и светолюбивая культура.